Они скрывали это много лет. И теперь мир узнает, кто пел на самом деле вместо Анжелики Варум. Привет, меня зовут Вадим Рассел. Сегодня я снимаю такое необычное видео, скажем так, не разоблачение, потому что об этом, возможно, вы уже знаете, те, кто следит за музыкой, тем, кому это интересно, но я решил поднять эту тему на своем канале. Я на самом деле уже записывал такое видео, но я его и не выпустил, потому что не скажу причины, короче, мне что не понравилось. Сегодня я хочу провести эксперимент. Сегодня, короче, тема видео. Я поздоровался или нет? Меня Ваня Рассел зовут, вы все знаете, да? Всем привет. Я очень рад вас видеть. Ну, по названию видео вы уже поняли, что сегодня мы будем слушать... Собака. Женя! Кто на самом деле? Короче, Агутин пел вместо Варум старые песни. И сделаем, короче, тест. Жась, все хорошо? Господи, что происходит? Короче, мы сделаем тест на видео. Это все в твоих руках. Все в твоих руках. И даже я. Сейчас ее положу. Закину в программу. И даже я. Я, наверное, вот сюда посуну, чтобы вам было видно. Была запись с экраном. Так неплохо. Норм? Так, вот слушаем трек. Вот я его сейчас сделаю так. Давайте. Вот, Анжелика Варум. Мы берем, выделяем целую дорожку. И что мы делаем? Мы опускаем высоту тона, точнее полутона, на 4. И применить нажимаем. Хорошо, чтобы вы не подумали, что это монтаж. Смотрите, вот сейчас вот 0, на 0 поставлю. Вот, 0, 0, вот. Вот, играет. На один полутон. На 2 полутона. На 3 полутона. И на 4. И чей это голос? Совпадение? Не думаю, ребята. Песню эту пел Агутин полностью, просто потом поднял свой голос на 4 полутона, короче, на 2 тона выше, и получилась Анжелика Варум. Это как бы да, ну вы примерно, вы прекрасно это слышали. Возьмем песню, например, так, «Городок», у нее очень была известная песня. «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок». Послушаем. Ну, вроде бы, вот тут голос, вроде бы, ее, да? Ну, и там тоже ее. Ставьте ставки, поет Агутин или Варум все-таки? Пишите в комментариях, ставьте лайки. Это поет Варум все-таки, не похоже на голос Агутина. Чуть-чуть похоже. Вот, Анжелика Варум не сегодня, какая-то старая песня. Обрабатываем. Пускаем на дорожку. А вот тут вот у меня все-таки есть подозрение, что это поет Агутин. Голос такой, знаете, как ускорен. Слышно вот эту обработку. Выделяем. Как выделяем? Вот. И понижаем на 4 полутона. Хотя может быть по-разному. Давайте пониже еще. О, оно. Не знаю, кстати, я еще не знаю. Напишите в комментариях, похоже ли это на голос Агутина. Мне похоже, но все-таки есть сомнение, что может быть все-таки это не Агутин. Песня Анжелики Варум «Пчелка». Берем песню «Пчелка». Слушаем. И с дочком исполни
Ой, как тут слышно, да, детский такой голос обработанный. Выделяем песню и опускаем на 4 полутона. Так, давайте тут на 5, на 4 все-таки ставим. И включаем. Волшебные цветочки, слетаем без точки, и прямо по цветочкам, красивым лепесточкам, исполнится желание, назначено свидание. Не знаю. Даже если это Агутин, вы же понимаете, что когда он записывал эти треки, он менял манеру все-таки своего пения. Более такой, ну, понятное дело. Я все-таки вот, я не знаю, но все-таки я скажу, что это Агутин поет. Потому что голос подвергается очень сильной обработке, ребята, вы не забывайте. Он как Бузова обрабатывает. Вот тут похоже на Агутина. Блин, если вы не знаете, есть такая песня «So Long», поет Мальфа, по-моему. Я моей сестры постоянно это играла песня. И, короче, я думаю, вроде бы «Серебро» поет, похоже. Она говорит, нет, это Мальфа. Или Мальфа, или Мальва, неважно. И я чисто случайно посмотрел одно интервью Макса Фадеева на какой-то радиостанции. Он сказал, что он делает, уже сделал на данный момент, какую-то программу делал для изменения голоса. То есть он записывал каждую букву какими-то разными эмоциями. И с этого всего можно изменить, видоизменять голос, и это не будет похоже на компьютерную обработку. И если кто не знает, песня «So Long», я сейчас ставлю кусочек. Эту песню поет Макс Фадеев, да. Сложно поверить, да? Но вот так вот, как вы понимаете, обманывают нас и вас, и всех. Если даже не Агутин записывал последние песни для Варум, то кто-то мог другой записать последние песни, записывал, да, последние песни, и просто повысили на 4 полутона или на 5 полутонов. И, короче, новый голос Варум. Вот, давайте для прикола я сейчас свой голос повысю на 4 полутона. Надо петь низким хриплым голосом, и тогда получится Варум. Я возьму еще одну песню и поищу. Просто тональность и манера пения совершенно у меня другая. Сына своего. Не похоже. Не похоже. Ну, я хочу сделать со своего голоса Анжелику Варум. О, у меня есть очень низкая песня. Разгорелась любовь его. Разгорелась любовь и воздухе толь. О, на Варум похоже, а ну? Повторяются вновь конфеты, слова и цветы. Ну, не похоже. Потому что у меня другая манера пения. И вообще другой голос. Нет, я не сдамся. Я найду песню, где я запою, как Варум. У меня есть песня «Рядом с тобой». А ну, повысим ее. Включаю радио, музыка в моей голове. Сияют блики, города в ночной тишине. Я понимаю, что мне надо домой. Ну, не похоже. О, есть песня «Стиль» моя. Может, тут? Тоже пою низко в начале. Помоги найти стиль. А ну. А ну. Кто-то
Dolce & Gabbana, это Gucci и Gaia. Этот редкий случай, а рожды на волну. Не похоже. Смотрю, что будет, сидит на мне лучше. Зайдет в Сегерхэм, а в Хэппиэн. Да будет массив, но это мечты. Не похоже. Так, давайте не мою песню возьму, может, у кого-то другого выйдет. Песня Влада Дарвина «Гоа». Даже ночью одинок, мир истоков. Вот тут немножко было похоже. Ой, как было похоже на «Вару», смотрите. Новая песня «Вару». Как похоже на «Вару». О, давайте возьмем песню Агутина и повысим ее на 4 полутона, или получится у нас Анжелика Вару. Анжелика Вару, это ты? Это же Вару. Оригинал. Короче, если вы когда-то мечтали, чтобы Анжелика Варум перепела песни Леонида Агутина, вы просто берете его песни, повышаете на 4 полутона, и все, Анжелика Варум перепела, понимаете, за 2 секунды. Представляете, бесплатно, ребята, бесплатный лайфхак. А если у вас что-то есть такое похожее, например, попробуйте какие-то свои любимые песни, если это парень поет, повысить. Не обязательно на 4 полутона. Можете попробовать на 3, на 4, на 5, на 6. Может, чей-то тоже будет голос интересный, женщины какой-то. А если это будет женщина, то же самое вы можете сделать, только понизить. Может, тоже какие-то люди обнаружатся, которые записывали песни вместо артиста. Ребята, спасибо, что были со мной. Не знаю, видео, наверное, получилось, как всегда, дебильное, потому что это я. А кто я? Такой дебил. Окей, называйте меня как хотите, да. Заходите на мой канал, смотрите предыдущие ролики. Я вас жду. Увидимся очень скоро. Пока-пока, хорошего вам вечера и дня. Да, и не забудьте написать очередной комментарий, что тебе не идут новые линзы, потому что все, что бы я ни делал, всегда всем не нравится. Да. А вы знаете, я знаю, что немножко великовато, я выгляжу вроде бы какой-то конченый наркоман или вообще конченый человек. Но знаете что? Я понимаю это. Но я хочу снять в них видео. Почему бы и нет? У меня все-таки от природы голубые глаза. Серо-голубые. Понятно?